Анна Логвинова. Родилась в городе Винница, с 83 года живет в Москве. Окончила журфак МГУ, лауреат премии «Дебют» номинации «Поэзия» 2004 год. В 2001 году выпустила в соавторстве с Дмитрием Мелкиным книгу стихотворения «Осенне-зимний разговорник». В 2009 году вышли «Кенгурусские стихи», публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Парослов» и другие. Мама двоих детей, из прусоводно-жостовской фабрики декоративной росписи, специальная премия московского счета. Аня. Николай, здравствуйте. Я сейчас прочту очень жестовское стихотворение. Связанное с Алексеем Анатольевичем, который только что читал. По живописной бегут, по центральной, и по вишневой бегут люди, которые в шторм шестибальный предпочитают уют. Мокрые жители разных республик, мокрые жители 100 городов. В дождь мне всегда вспоминается Кубрик, черные церкви зонтов. Какое-то стихотворение, которое мне сейчас кажется очень детским, но когда-то было и такое. Встретилась с другом в кафе. Он пригрозил мне адом. Сказал, что не только здесь, на земле, но и потом, когда попаду на небо. Ні-ні-ні, мені взагалі всього цього не треба. Не треба мені ніякого аду. Краще дайте мені шоколаду. Краще дайте мені мармуляду. И 1000 порций мороженого. Сейчас, наверное... Я просто тоже, естественно, как все, кто выступали, думала о том, как же отделить христианские стихи от нехристианских. И я подумала, конечно, в христианские лучше зачислять те стихи, в которых я предстаю более хорошим человеком. Ну, потом так получилось, что в этой вот папке оказались те стихи, в которых ну, очень большой размах чуда, то есть которые начинались в какой-то совершеннейшей темноте, а потом происходило чудо, и вот заканчивалось совсем все по-другому. Или начиналось все заново. Вот, поэтому несколько таких стихотворений сейчас прочту. Когда долго не говорят дети, начинаешь придумывать, что слова — это сети, что слова — это бремя, что слова все мелкие, что слов никаких на свете и нет. Только все это до поры до времени, до тех пор, пока Дуся не прошепчет вдруг Переделкина, до тех пор, пока Дима не скажет рассвет. Они построены по тому же принципу, наверное. Осень первобытная, пещерная. Листья все вот-вот куда-то ринутся. Дождь прошел, и муж пришел с вечернего. По латыни получил 5 с минусом. Разве может сразу знать страшилище, в чем его сокровище и силище? Раньше он был пьяное чудовище, а теперь он ходит в медучилище. Сижу в своем собственном детстве, ем запеканку. Светит в окно оранжевое шелепихинское солнце. Тут папа вдруг тёп по спине, а мама тут же. Нюра, ну не сиди ты, согнувшись, в 3 погибели. Господи, хорошо, хорошо, в 3 погибели не согнусь, в 3 спасения распрямлюсь. Может, придется влюбиться, может, придется трудиться, может, придется молиться, стыдиться, может, как следует разозлиться, может, смириться. Может, придется в каком-нибудь городе поселиться, музыку слушать,
книги читать, кого-то прощать. Может, с полом противоположным придется повеселиться, супом его угощать, сердце его смущать. Может, придется бриться, не бриться, красавицам сниться, встретить все ранние, все поздние поезда. Но самое главное — это, конечно, родиться, как и положено, раз и навсегда. Просто, ну, должно же быть стихотворение про любовь, правильно? Удивительно, что на веранде серьезное лето. Починили качели в саду и комод в мастерской. И теперь над столом дирижируют три сигареты. Это дедушка, папа и парень духовно-мирской, на которого не наглядеться с любовной тоской. И фактически тут же зима, и пробила трубу. Невозможно представить другую Божью рабу в этой комнате темной, по темной ненастной весне, где Кандинский сияет, как жизнь, на сосновой стене. И стоять перед зеркалом дачным с диковинным гребнем, и чудовищных листьев обвал прохудил решето. И твой папа читает нам вслух про кого-то из древних, начиная обычно со слов «Удивительно, что». Так, сейчас прочту стихотворение, но тут вообще, то есть, готовьтесь, потому что я его начала писать где-то год назад, и вот сейчас, вот, буквально на маникюре, вот его, значит, дописала. Так что тут может быть всякое. Я не знаю, сколько через это прошло династий, и в который раз за 100 лет повторяется эта быль. Все одеты, умыты и готовы к причастию, но не заводится семейный автомобиль. И вот все сидят тихонечко в предрассветной машине, и словно в главной пещере воздух серьезен и тепл, и смотрят на снег и на деревенский иней глаза 4 надеющихся недотеп. Ты выходишь на кухню, а там никого. Ты заходишь в метро, а там никого. Ты выходишь наружу, а там никого. Бог оставил тебя одного. Не ищи в этих действиях Бога никакого подвоха. Бог с тобой, здесь помимо тебя и его никогда и не было никого. Еще сейчас раз время, да, есть, я тогда еще одно такое. Мандельштамовская. Если кто-то жил в бреду, а потом попал в беду, то в глазах его темнеет, его тело каменеет, а язык его немеет, сам он телом каменеет, ищет спрятаться в траве, но в душе его светлеет и яснеет в голове. Вот он вспомнил Мандельштама и ореховый пирог, вот он спину держит прямо, вот он держит потолок, вот плывет, не зная брода, при скоплении народа, вот залез на парапет. Это, братцы, было что-то. Приходите на фуршет.